ничего не видно. Но над нами звездное небо. А мы ждем. Партер забит. Амфитеатр собирается. А мы ждем. Зрители уже собрались. Не видно никого. Но слышно. Нас здесь много. И все ждут. На охоту мы выехали в 9 часов вечера. Сейчас прошло уже часа 2. На улице мороз, минус 20 градусов. Периодически греемся в машине. К сожалению, северное сияние нельзя заснять с помощью любительской камеры. Тем более с помощью мобильного телефона. Потому что это не видно. Но у нашего гида и у Юрия были профессиональные фотоаппараты. Поэтому получились неизвестно. Слушайте, оно прям освещает даже вокруг пространства. Да. Это мои фотографии, сделанные с помощью мобильного телефона. Они, конечно, плохого качества, но они подтверждают реальность всего этого происходящего. Это фотографии Юрия, сделанные на профессиональную камеру со штативом. Фотографии нашего гида, охотника за сиянием Андрея. И счастливые мы, что мы увидели этот замечательный процесс, это чудо природы.